Ребята, всем привет! Так, у нас уже конец октября, но погода стоит хорошая. Солнышко, тепло, ветра нету. Да, сегодня мы пришли с комрадом, который мне дал точку. И на этой точке я нашел монету Тетрахалк города Пятикопей. Ссылка будет внизу в описании на это видео, либо здесь. Так, для вас в правом углу, наверное, выскочит. Так, сегодня вдвоем пришли на это место. И посмотрим, что мы здесь найдем. Чё сидим? Займемся поисками. Так, встает солнце, немного теплее. Так, только зашли, вот первый сигнал. Первый у меня сигнал, наперсток. Целый наперсток. До сих пор, как сказать, место не выбито. Как я и говорил, нету выбитых мест. Наперсток чистить не буду. Вы их 300 раз видели. Напарник где-то рядом ходит, где-то рядом пикает. Но в наушниках не слышно, какие у него сигналы. Продолжаем. Как я и говорю, нету выбитых мест. Сразу же второй сигнал. Но это обломок чего-то был. Или топор был, или потес. Потес, наверное, был все-таки. Да, сигналов много. Жалко, что поломанный. Ладно, продолжаем. Сигналы все неглубокие. Отлично, отлично. У напарника пока тишина. Так, продолжаем. Вот не было ветра, было бы хорошо. Так, покажу вам южное солнышко. Так, у меня находка. Бронзовое или медное кольцо какое-то. Но сигналило железом почему-то. Так, интересно. Глубоко. Глубоко лежало. Ладно, идем дальше. Так, ходим, гуляем, отдыхаем. Ветра нету, отлично. Солнышко весь мокрый. Так, а у меня рядом с бронзовым кольцом. Это медный или бронзовый зацеп на ремне был. Сейчас я его сполосну и поближе посмотрим. Тоже частная находка. Запчасти от ремней. Вот такой вот медный зацеп. Такой вот. С такой линией сделан красивый. Как локус. Интересно, интересно. Так, а мы идем дальше. Блин, погода шикарная сегодня. Так, а у меня еще наперсток. Еще один наперсточек. Вот два наперстка на одном месте. Так, и еще один целый. Видите, я в прошлый раз ходил, не нашел. Да, нету выбитых мест. Надо ходить, ходить. Отлично. Кружимся на этом месте. Прекрасный октябрь. Солнышко, тепло. Сейчас где-то плюс 15. Так, у меня рядом с наперстком часть очагунка. Вот такие проушины были, ручки с двух сторон. Веревки или проволока к ним привязывалась и вешалась на дерево и над огнем. Вот такие две ручки было. Очень много здесь осколков чугунков, очень много. Чего они их били так? То ли с тонкого металла, то ли что. Такая интересная вещица. Не берем.
классно. Так, ветер вообще прекратился. Шикарно. Смотрите, как у нас октябрь классный. Так, я вот по бугру этому иду, иду, спускаюсь, Сигнал бы тоже был непонятно спорный. Смотрите, в комке. В комке еще лежит какая-то бронзовая или медная штука. Наверное, монета какая-то. Так, сейчас посмотрим. О, это, наверное, какая-то чешуйка. Ребята, чешуйка, сейчас мою. Офигеть. Почистил монету, но видите, она как-то вся в окислах. Какой-то рисунок проглядывается. Наверное, серебряная монета. Сейчас домой приду, почищу, получу и посмотрим, что это. Вот такая вот монетка. Чешуйка такая вот. Вообще не разглядеть, что нарисовано. Видно немножко, но непонятно, что это. Все, мы продолжаем. Так, я нашел чешуйку серебряную. Позвал сюда напарника. Рядом со мной ходит. Так, он нашел. Так, я нашел гвоздь. Кованый. Он нашел какую-то детальку мелкую. Смотрите, какая красивая. Миниатюрненькая какая-то деталька. Не знаю, что это такое. Интересно. И глазами увидел вот такую вот керамическую штучку. Либо керамика, либо кость. Вот такая интересная вещь. Ручка была. Для чего? Непонятно. Пока вот такие детальки. Ну, вот это больше интересней. Такая жирненькая, маленькая. Интересно. Ладненько, мы идем дальше. Ветер вообще прекратился. Жара стоит невыносимая. Смотрите, ребята. У нас конец октября. Растут цветочки. Не помню, как называется. Крокусы, что ли, или как они называются. И много их. Вон там лежит. Вот там еще. Вот так вот. Смотрите, ветра нету. Вообще не шелохнется ничего. Блин, жарко. Так. А у нас, ребята, пуля минье. Давно мне не попадались. Свинцовый пуль имени времен Кавказской войны. Стреляли, значит, как говорится. Представляете, да, такой дурой в голову попасть. Ужас. Ладненько, идем дальше. Давно не было хороших сигналов. То война, то осколки. То какие-то медные осколки. Осколки чугунков. И у меня отличная находка, ребята. Давно я такую не находил. Сейчас я вам расскажу и покажу. Мне отлично. Отличная находка. И она крупненькая. Смотрим. Так, а где она? Вот она, ребята. Смотрите, какая красота. Вот это, да, давно не находил. Так, ребята, это я сейчас расскажу. Это застежка от женской одежды верхней. Это называется папа. Такая же часть, только с ушком. С другой стороны называется мама. Мама одевается на папу, и получается застежка вот такая. Сейчас я постараюсь прикрепить фотографии справа. И вы посмотрите, как она выглядит. Блин. Я по ней прошелся.
Смотрите, пока фотография, я сейчас ее помою. А, одна часть поломанная, где пришивалась. Вот одна целая, вторая поломанная. Все, ждите, смотрите фотографию, я сейчас полосну ее. Прикольненько. Блин, смотрите, какая красивая. И тоже посеребрение. Блин, я лопатой, смотрите, как сильно шаганул. Блин. Такие редкие находки, я по ней попал. Да, вот видите, два ушка, за которые пришивались. Одна целая, вторая поломанная. Прикольно. Классная вещь, прикольно, красиво. Блин, прям сильно, прям по центру ударил. Ну ладно. Найти бы такую же папу, то есть маму, а дети показать вам, как она состояла целая. Ладненько, мы продолжаем. Интересные находки, интересные. Ну да, это черкесы. Это находка черкесов. Не знаю, мне очень нравится в лесу. Я в лесу прям отдыхаю. Тихо, спокойно, классно. Так, ребята, у меня в этой ямке колечко. Сначала выкопал яму. Проверяем металлоискателем, звука нету. Пинпоинтером не видит. Надо глубже копать. Копнул глубже. И колечко. Сейчас покажу вам колечко, ребята. Вот такое колечко. Крупненькое колечко. Наверное, мужское. Ну, видите, мой палец. Такое колечечко. Наверное, бронзовое или медное. Сейчас почищу. Если будет что-то интересное, я вам покажу. Нет, не покажу. Так, интересно, интересно. Разные находки, это хорошо. А тут такая полянка интересная. Поднялись вверх. Сейчас мы здесь походим. Так, вот это ямки у меня. Пряжка от ремня бронзовая. Я еще и по ней шахнул. Ну, ничего страшного. Мыть не буду. Пряжка да пряжка. Но тоже приятно. Такая пряжечка. Вот такие огромные дубы стоят. Так, и вокруг них мы ходим. Так, а у меня еще одна пряжка. Вот такая маленькая. Она, видно, поломанная. Внутри, видите, поломана, либо стержень вылетел. Ничего необычного, маленькая пряжка. И вот ее так перекосило со временем. Мне один человек подсказал, что обычно пряжки... Это с конской упряжи все-таки. Да, видно, сильно тянуло ее. И она такая вот кривая стала. Блин, палки падают с деревьев. Как бы меня не пришибли. Вот такая красота. Так, продолжаем мы ходить. Давно не было находа, где-то около часа. Так, и в ямке у меня. Так, сейчас фокус. Вот такая медная штучка. Это от замочка. Замочек был двух половинок. Открывалось, закрывалось. Здесь внизу был такой кожаный такой мешочек. Очень маленькая штучка такая. Очень маленькая. Интересно, интересно. Так, а мы продолжаем.